Супер! Мы едем на Коачеллу. Джакузи, бассейн. Вау, посмотрите, какой вид. Блин, помогите, у меня юбка. Вау. Мы врываемся. Сучка. О, но. Мы смогли водку пронести. Вот это наши ребята. Новый день. Новый косяк. Телефон ночью перестал работать. Я, блядь, иду такой просто. Аккуратно, не упади. Осторожно, ты же упади. Я точно нигде не порезался. Все нормально, съемки продолжаются. Вот это я исполнил. Представь себе тот период женский, который у вас есть, умноженный на 10. Вот это примерно мое состояние сейчас. Пиздец. Еще и палец порезал вчера. Нам 152 километра до Palm Springs. Настроение супер! Мы едем на Коачеллу. Джакузи, бассейн. Вау, посмотрите, какой вид. Я нашла свой батончик. Есть. И снимать Саню. Мы остановились в пуст. Блин. Нет, я не пойду. Сань там начитывает миллионы. Так, ну все, мы в Palm Springs. Здесь мы будем жить. Это первый мой приезд на Коачеллу. Я много читал и очень хотел здесь побывать. Сразу скажу, что тем, кто планирует, ребята, самое главное — это билеты. Но второе по важности — это то, где вы будете жить. Мы спохватились 3 или 4 месяца назад, и уже было невозможно найти нормальное жилье. Поэтому мы находимся в Palm Springs, что, в принципе, далековато от Коачеллы. Но ничего страшного. Мы, самое главное, будем жить очень уютно, круто. Так, а где кот? Я не знаю, это просто замок. Ищи вот эту заныканную в земле штучку. Вбивай. 1525. 1525. Все, там ключ. Давай. Классный пароль, да? Да. Совсем не догадаться. Опаньки. Ух, как тут чистенько, как тут классно. Не, ну я вам могу сказать, ребята, я обожаю. Я профессионал по выбору домиков. Ты решаешь вопрос. Да. Знаешь, как снять дом. Да. Это меня ребята троллят за то, что я постоянно так делал. Ребят, посмотрите на наш задний двор. Еее, вот это хорошо, вот это очень хорошо. А потрогай, водичка теплая. Она просто. Да? Теплющая. Yeah. Офигеть. Я думаю, что сегодня мы зажжем. Хотя во время Коачеллы полицейские и соседи, естественно, стучат нехило на тех, кто громко себя ведет. Ну, мы проверим. Я вообще, когда выбираю дом, руководствуюсь тем, чтобы просто было хотя бы, ну, чисто. Серьезно? Хотя бы чисто. А что? Ничего не надо. Коврик положите мне, и я буду на нем спать. Нет, чистота – это самое главное. Ты навороченные выбираешь какие-то дома. Да. Все отлично. Здесь просто шкафы, все дела. Ну все, да, мы здесь. Сразу мне тут куча документов. Hello, Александр, please sign noise ordinals. Любой шум после, строго запрещен после, после 10. Я говорил, что возможно выселение и дополнительные расходы. Что за, блядь, правила какие-то свои придумывают? Пошли вы нахер, блин. Блядь, вот уроды, а, не дают потусить, а. Хорошо, я предлагаю сделать так. Мы... делаем первый день лайтовую тусовочку.
второй день чуть побольше, третий, масштабный проверим, приедет сюда полиция или нет. Штраф мы им ни хера не заплатим. Можно мне делать? Почему? Фоточки и просто кайфово отдыхать. А чего? Ты хочешь одна загорать ее возле бассейна? Это не качело, малыш. Езжай в свой Бали и там вот этим занимайся. Так. Так, полицейский советует побольше пить водички, ребята. Чтобы ни в коем случае не было обезвоживания. А вот что скажут нам тусеры? Water. Вода, вода. Да, вон там вот. Компашки везде, компашки, компашки, компашки. Секунду, вот моя школа. Ты видишь? Трешечка. У-ля-ля. Все видела? Блин, тут такие все есть. Распупыренные, да? Вешенные, с ног головы до ног. Ну как ты, кстати? И что? Ну что, тоже, знаешь ли, у тебя вот ботинки к чехольчику. Короче, мы самые продвинутые, потому что у нас Субурбан. Слушай, три пацана и одна девчонка, нафига их звать? Три нет, девчонки, один пацан, девчонка. Вот это найс, понимаешь? Продолжаем готовить. И сегодня у нас кукуруза и цукини. Что это, блядь? Это не смешно. У меня жопа провалилась. Оно реально было порвано чуть-чуть. Я видел, кстати, блядь, но это подстава, я считаю. Может быть. Дубль два, двинс. Нормально? Нормально. Давай скинемся. Кто проигрывает, тот и платит. Раз, два, три. Ты плачь. Окей, ужин качелы начинается. А есть ли вообще люди, которые равнодушны к кукурузе? Нет, равнодушных много, но те, которые не любят кукурузу, таких не существует. Можешь кукурузное поле сейчас прорекламировать? Номер 8. 8-я кукурузная. Я сейчас прорекламирую билеты до Москвы. К нам приехали гости. Nice to meet you. Люблю. Hi, Алехандро, привет. Нормально ты. Илюха, красавчик. That's your first Coachella, yeah? No. Yes. Yes. And yours? Yes. Awesome. Yes. First Coachella. Oh yeah. Okay. Show me your Instagram. Okay, so wow. Here's some of me modeling like my collection. Yeah. Oh, Victoria's Secret is shit. This is cool. Yeah, it's really, cool. Really nice. Yes. Вот они, вот они, вот они. Здравствуйте, добро пожаловать в мой влог. Подписывайтесь внизу, лайкайте, комментируйте. Ха! Маша приехала, сразу веселее стала. Сегодня мы проснулись и уже поняли, что у нас тут достаточно соседей, которые уже кипят. Слышу музыку уже. Маша, ну что, ты в предвкушении? Да. Кто собрался на Качелу? Я. У меня впервые такой опыт, что я еду в место, о котором я не имею представления вообще. Я думаю, что там будет просто большой парк, где будут все тусить на траве, валяться. Это забор, который не позволяет попадать на территорию Коачелла. Посмотрите, как тюрьма какая-то. Маша! Так, на вилочку. Опаньки! Мария! Сделай экскурсию быстро. Бассейн. Вау, зовут? Посмотрите, какой вид. Это ваша комната. Вот это серьезно. И смотрите, у вас прям вид на пляж, Маш. Ну, пляж вообще от суперски. Все реально.
Ты с ума сошла? Это просто такой челлендж. А что он делает? Это проход, ну или это типа... Это проход на, типа, бэкстейдж, ты, короче, с артистами будешь тусишь, а вот это проходка нам домой. Серьезно? Потому что, да, в этих домах остаются все хедлайнеры. У нас рядом живет Дипло, с той стороны у нас живет Ариана Гранд. Серьезно? Да ладно, прям здесь? Да, из-за этого все невозможно попасть. Блядь, нихера себе. А ты знаешь, что... Дипло подписан на мою Машу. Давай к нему ворвемся и скажем, слышь, ты что, охренел, ты подписан на Машу, да. Давай тусить вместе. Давай тусить. Сколько артист-пас стоит, Маш? 5000. 5000 долларов? Серьезно? Но его невозможно все. Купить, да? Нет, вот надо друзей знать. Охуенно, спасибо. Я ты сейчас нам 10 тысяч долларов подарила. Я продаю 4 билета, если хотите купить. Как вам мой аутфит, Маш? Коачелла – это что вообще? Самый крупный в мире музыкальный фестиваль. Раньше выступали в основном исполнители инди, рок-музыки, поп-музыки. Сейчас почти все исполнители – это хип-хоп-артисты, рэперы, музыканты. Ариана Гранде, Juice WRLD, Джейден Смит, сын Уилла Смита, Childish Gambino, Kid Cudi и, возможно, приедет Kanye West. Маш, мы врываемся? Да, мы врываемся. До свидания. Основатель Коачеллы, во-первых, он решил делать этот фестиваль, когда ему было чуть больше 30, и первые пары фестивалей у него были убытки, 800 тысяч долларов убыток. Прошлая Коачелла принесла ему 16,5 миллионов долларов. Вот это серьезно, уже мы подъехали. Народу просто огромное количество, невозможно. Проходим на... Все люди, которые там, или инфлюенсеры, или друзья артистов, которые здесь выступают, друзья продюсеров этого фестиваля, или просто кем-то являются. Просто так вперед. То есть выйдет. Мы, короче, сейчас ну, крутые, да? Проходим в крутую зону, окей. Смотрите, ребята, стоять на крыше самолета или Тесла – это тренд, оказывается. Hey, like and subscribe, get this guy's merch. Are you going to Coachella? Are you going to Coachella? Hey, subscribe to Tequila. We love you guys. Yeah, thanks, bro. See you. Логан Пол красавчик. Он охуел от того трюка, который я сделал, я ему показал фотку. Маша, тут реально круто, мне очень нравится. Но только если у тебя есть артист-пас. Мне кажется, что здесь очень круто, и что по-любому вообще крутой фестиваль, очень много народу. Люди должны быть вообще на другой волне эмоционально, чтобы это все пройти. Но ты знаешь, пока что... Burning Man прикольный. Ну нет, Burning Man это совсем другой. Да. Это нельзя сравнить. Это фестиваль для инфлюенсеров и для инстаграмщиц. Да. А Burning Man это для спиритуальности. Окей. Я у тебя
Coachella. Beautiful. Вау, Coachella, it's amazing. Да, круто все, вообще просто ворвались то с ним, да? Я люблю с тобой ездить вот так на баге, на заднем сиденье. Мне это напоминает наши с тобой первые поездки на отдых, когда мы с тобой ездили с твоей семьей и катались все время сзади. Да, 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 круто. Мы хорошие были времена. А сейчас что, плохие? Сейчас лучше. Второй день Coachella. Мы едем на вечеринку Revolve. Маша прям по-револьвски оделась. А я как вчера был одет. Сделай мне фоточку сейчас, пока солнце блестит. Да, начинается. Потрясающе было вчера, ребята. Childish Gambino сорвал, несмотря на то, что он как-то очень странно начал свое выступление, сказав, что сейчас вы увидите мою церковь, уберите телефоны. Но он, конечно, просто монстр. Офигеть, мы были в артист-зоне, и там я встретил кого-то из Кардашьянов, встретил маму Джейдена Смита. Ну все, второй день, мы практически не выспались. Время 2 часа дня, и мы врываемся в следующий день. Хочу сейчас сделать небольшое обращение. За 10 дней пребывания в Америке я потолстел примерно на 10 килограмм. Я это делаю целенаправленно, специально, потому что... Что? Я не лопнул. А ты, деточка, не лопнешь? У меня планета Земля и космос. Потому что я по прилету, я хочу со своим тренером Максом устроить бешеную сушку, которую делают бойцы на весогонке. А это будет эксперимент. Я категорически против этого эксперимента. Короче, можно сбросить вес тот же самый, но безопаснее для организма. Я думаю, что это очень вредно, потому что на здоровье влияет. Да ладно, господи, ну все на здоровье влияет. А вот так обжираться не влияет? А может, не обжираться просто? Вот, вот. Слушай, Катя, такой вариант. Лена, ты будешь монтировать. Короче, это надо обязательно вставить, но только если по прилету я реально буду скидывать. Лен, удали! Оставь. Так, ну отлично, мы приехали в Revolve. Ни хрена себе очередь на эту вечеринку. А вот разные аксессы. VIP. О, пошли. В 3 часа дня мы находимся на парковке. Сзади меня огромная очередь красивых людей, которые собираются на вечеринку Revolve. Revolve — это что вообще такое? Вот Revolve — это веб-сайт одежды для очень-очень модных людей. Revolve — это онлайн-магазин мультибрендовый, где продаются вещи мультибрендовый? За $15 и за $5000. И они делают вечеринку здесь на Coachella. Вот так выглядит мэншн-тусовка. Смотрите, заезжает автобус, привозит гостей. Мы же сюда пробрались. Знаю адрес благодаря Маше. Пойдем. Опаньки, дали какой-то morning recovery. Говорят, выпей это перед тем, как начнешь бухать. Блядь, заботиться о здоровье. Фу, какая гадость. Сейчас подерутся. Бля, так много клевого народа. Я в шоке просто. Ну ты красиво идешь, я могу сказать. Вот так должна выглядеть сельская красавица. Yeah, bitch, we gotta get it drunk. Итак, сегодняшний план такой. Баззи, Джей Балвин, Вирджил, Билли Айлиш. Песня, той, которая нам нужна была, да, Маша? Hi. Hello. How are you? Good, how are you?
I'm good. What's your name? Сучка. Красава, это мои уроки все, brother. It's my lessons. My... Nice. Сучка. Опа, ничего себе. Маш, спроси, как его зовут. Trey. We literally titties out today. Titties, motherfucker. Titties out today. Go, Sasha. День второй. Еще больше людей, чем в первый. Еще больше пыли, чем в первый. В общем, совет тем, кто собирается на Коачеллу, вам нужно, чтобы у вас одежда была днем, как бы в которой немножко жарко, потому что вечером и ночью будет вам очень холодно. Очень. Водку хочешь? Я говорю водку. Это водка, это вода. Это реально водка. Вы смогли водку пронести? Вот это наши ребята. Давай кого-нибудь пронканем, чтобы он воду выпил. Yo, water. Thank you. Yeah. Dude, what the fuck? What the fuck is you're that? You fucking idiot. You fucking did that to me too, you motherfucker. You're a piece of shit. Is it vodka, bro? Что творят? Смотрите. Это астронавт, и он сегодня передвигается по всей Коче. Они его возят, нифига как круто. Идем на Джей Балвина, он уже начал на главной сцене. Ребята, вы не представляете, каково мне сейчас смотреть на эту видеоинсталляцию. Это кататься на машинках туда-сюда. Это вообще было бомба. Чуваки мои, друзья, здорово. Привет, давай. Вот так вот. Можешь использовать?
Наверное, что-то получится. Мне кажется, потому что мы все время как бы вообще не в себе от... От музыки. От музыки. Вот. Педиком вход запрещен. Ох, ребята, кто собирается на качелу? Самое главное – это обувь. Потому что очень много нужно ходить, очень. Нескончаемый поток, 20 минут. Привет, красавчик. Привет, красотка. Ты был один? Уже нет. Что же все такое Коачелла? Это музыкальный фестиваль, где почти 100 тысяч человек собираются и бродят между сценами. Всего на территории 7 сцен. Получается, Коачелла идет 2 уикенда. Те же абсолютно исполнители, почти та же программа. Сегодня воскресенье, мы уже, если честно, чуть подзадолбались. Хочется поехать обратно и спокойно отдохнуть. Новая сцена, музыка, ты танцуешь, но, блин, все-таки под вечер. Короче, встаешь. Мы нифига не жалуемся, все, зашибись. Тем более, что у нас еще есть карта, которая нас периодически доставляет куда-то. Вот так выглядит карта Коачеллы. Сегодня же воскресенье, последний день уикенда. И мы собираемся застать Пуша Ти, Бэд Банни, Зет, Халид и Ариана Гранде. Вообще... Слушайте, а еще сегодня на Мохаве в 10:55 Кейтранада. Мы с Сашей только начинали встречаться. У нас была такая тема, что мы тусовались, а потом приезжали домой, и Саша включал... Как это называется? Бойлер-рум Кейтранада. Треки его, и мы тусовались еще дома, просто тупо вдвоем танцевали. Это было очень мило и круто. Come on, be like Backstreet Boys! Backstreet Boys! No! No! Сучка! Oh, no! I love this. This is so nice. Что вы делаете? Рожаю. У тебя застряло, что ли? Маша! Да блин, помогите, у меня юбка. Да возьми, ну что, Коачелла, день третий. Everybody scream! 1, 2, 3! Мы идем на главную сцену, потому что там будет выступать Бэд Банни, Ариана Гранде и кто еще? И там может поесть. И там может поесть, и просто наконец-то потусоваться на Коачелле нормально. Стой, что вы делаете? Вставай. Блин, она меня все обливала, хватит. Маша, я тебя хотела поцеловать, я тебя плюнул. Потому что я смеялась. Это Маша друг. Это ее друг, о котором она говорила. Мой друг. Это мой друг, с которым я тусила все лето. Я ему написала в Instagram DM, но он мне еще не ответил. Вот смотрите, что популярность с людьми делает. Здравствуйте, мы сейчас находимся в Backstage Area Zone для всех артистов. Сюда не пускают никого, так что если вы видите Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, не говорите никому, потому что это очень секретная информация. Смотрим. Мы недавно только что увидели Бэд Банни и Билли Айлиш, и они проходили мимо нас, мы им сказали привет, они нас узнали, и сейчас все супер. Скажи честно, просто что ты думаешь насчет Маши? Я обожаю Машу. А что вы здесь? А насчет меня? Какие вы, блядь, интриги сейчас ведешь? А насчет меня? Нафиг ты эти интриги сейчас ведешь? Ну скажи, а насчет меня? Ну, блядь, ну ты замечательный, у тебя охуенный. Кто? Оба. Хорошо, насчет нас с Машей. Рада, что у нас свадьба будет? Да, почему нет? Просто интересно. А мне приглашение еще не пришло в почту, так что я не знаю, чего ты гонишь? Я пригласил тебя вообще самый первый. Ну, вообще-то я обижена, потому что меня не пригласили на свадьбу. Опа. Вообще-то мы ее звали на свадьбу, но она решила не приехать. Ну, я им хотела подарить звезду, но они отказываются от звезды. Нет, здорово. Звезду в небе. Звезду в небе. Она говорит, это символ вечной любви. Я говорю, что звезды сгорают.
Итак, девочки притащили меня на Ариану Гранде. Последний концерт на Коачелле, мы двигаем в Лос-Анджелес обратно. Наше путешествие заканчивается. Краски были незабываемые. Артисты тоже супер. Мне понравилось. Да, было круто. Мы дальше врываемся, вы не забывайте обязательно поставить лайк и подписаться.